Добрый день! Сегодня хочу приготовить диетическую еду, малокалорийную. Мне очень нравится она, я ее очень люблю. Она состоит из рыбной консервы, помидор, маленькой капусты, огурцы, я их почищу, соль, перец. И все это я буду заворачивать в лаваш. Начнем. Так, я сейчас почищу огурцы. Шкурку я снимаю. Так, все огурцы почищу. Это блюдо делается очень быстро. 5 минут и готово. И оно можно кушать как холодным, так и горячим. Очень вкусно. Вот я почистила огурцы, мусор лишний выкинула. Теперь я их мелко покрошу. Видите, они на 4 части. Для быстроты я еще несколько штучек сразу. Просто мелко покрошу.
овощами закончили очень быстро. Все получается очень быстро. Так. Беру ложку. Перемешиваем. Перемешиваем. Равномерно, чтобы везде были кусочки одинаковое количество огурцов и помидоров. Так, добавляем соль, перец. Перец. Пока. Сейчас я беру консервную банку с тунцом, консервированный тунец. Он в масле, что как раз хорошо для моего блюда. Замечательный запах рыбы и овощей. Сейчас я еще добавлю перца и соли. Можно использовать как основное блюдо. Это будет у вас салат с рыбой, с консервой. Тоже очень вкусно, уже с маслом. А можно продолжать готовить дальше. Так, вставляем ложку. Добавляем перец. Добавляем соль. Все, начинка готова. Отставляю в сторону. Сейчас я буду нарезать на части лаваш. Я покупаю его в магазине. Самую стропаю. Вот такой лаваш. Делю пополам. Вот эти сгибы, они мешают. Если оно уже пересохшее, тяжело будет заворачивать. Будут трещины. Потом разрезаю напополам. Вот. Еще напополам. Вот у меня 4. На их примере я вам покажу, как делать диетическую шаурму. Будем так ее называть. Или диетические конвертики. Так. Я использую масло наполовину оливковое, наполовину подсолнечное. Очень хорошее масло. Удачно на нем жарить. Ничего не подгорает и нет запаха, как при оливковом, 100% оливковом масле. Так, переворачиваю вот этой стороной и сюда накладываю начинку. Вот моя начинка. Так, и делаю конвертики.
много не делаем, потому что они будут вываливаться. И заворачиваем в поджаренную сторону. Вот как они получаются, так и кладем. Кладем на ту сторону. Вот эти швы. Сейчас нужно проявить мастерство, чтобы они не разъехались. Так вот аккуратненько. Раз, два, три. Ах, порвался. Вот. Значит, перекладываем в другой. Перекладываем в другой. Продолжаем. Вот, обжарили эту половину. Вот еще не обжарилась. Вот, попытаюсь. Так. Да. Аккуратно все складываем. Конвертик делаем. И на сковородку. Смотрим. Поджарилась сейчас. Да, вот поджарилась. Короче. Еще один. Разрезаем. Эта часть в сторону. Затем мы сделаем еще конвертики, поджаренные сюда. Все надо делать быстро, очень быстро, тесто тонкое, быстро прожаривается. Смотрите, уже все готово. Аккуратно сбрызгиваем. Делаем еще конвертики. Берем вот эту поджаренную сторону, сюда опять кладем. Так. Вот так. Вот готово. Еще у меня осталось. Один лист еще остался, можно сделать еще. Вот еще два делаем. Все это быстро, потому что быстро обжаривается. Вот. Кладем. Так, обжаренная сторона. Сюда кладем начинку. Вертиком вниз, чтобы не открывалось, иначе все развалится. Еще. До золотистого цвета. Сейчас я проверю.
можно прижарить. Белёсый цвет. Ну вот последний конверт. Сейчас я его запакую. И отправлю на сковородку. Вы можете доделать оставшийся фарш, оставшуюся начинку. Или съесть его как салат, тоже удачно. Вот он залез. Поэтому неудобно вилкой, потому что можно проткнуть. Уже рукой. Сильно обжарился. Так, что тут у нас? Вот тоже готово. Оп. Тут очень жаль проткнуться. Последние конверты. Пожалуйста. Все готово. Сейчас. Все это мы сделали за 15 минут. Очень быстро. Ну вот наше блюдо готово. За 15 минут можно его использовать как горячим, так и холодным. Можно использовать соус, какой вам нравится. Пить чаем. И остатки можно как салат использовать. Пожалуйста, приятного аппетита. Всего доброго.